Київський ранок продовжується. На вже у студії нова гостя Наталія Дуброва. Так, блогер-мандрівниця. Вітаємо вас у студії Київського ранку. У вас на Ютубі вже 17 тисяч підписників. Так. Активно подорожуєте. В 45 країн, так об'їздили? Мабуть, мабуть, і більше. Я прошу вибачення, можуть бути якісь русизми, бо я розмовляю. А якщо зустрічі з російською, зможете російською, зараз проблема. Давайте так. Да, да. Більше, мабуть, 45 країн, 8 круїзів. Я вже збілася то чесно кажучи, тому що Є карлікове господарство, Гібралтар, Монако, вот это вважати, считать, не вважати, не зрозуміло, як це все. Вот вот як ви все це встигаєте? Ми знаємо, що це не основне ваше заняття, ще й основна робота. Ви асистент, режисера так, в так, театрі, так. це така культурна робота, взагалі таке високе мистецтво. Як ви це встигаєте? Два місяці від тобто, іюль-август, у нас відпуск в театрі. То есть эти два месяца идут на путешествие, на подготовку к путешествию. Ну, Вы реально все два месяца тебе подружу это... Не, э -э, надо же еще готовиться, надо же понимать, куда ты едешь, что ты хочешь посмотреть, э чтобы интересно провести время. То есть на это вот тоже уходит какое-то время. Уходит время, конечно, на работу над каналом. Вот э -э канал на YouTube тоже уходит, забирает достаточно много времени, потому что это регулярно вот это подписчики ждут просят, требуют... Вот. И снимать видео, монтировать, подавать продукт. Да, это не так просто. Вдох, это, да. это знаете, такая полукомандировка. У вас есть уже команда, которая помогает вам с монтажем, может, с анимацией, может, подарует какие-то комментарии? Так, у меня есть соавтор. Соавтор, лишь один. Это актриса нашего театра Татьяна Комарова. Вот мы с ней вместе ведем блог. Угу. Вот, она монтирует в основном, я снимаю. Ну и как бы часть работы мы делаем вот так вот совместно. А она подорожует мы... разом с вами, или она уже на месте? Так. А, то есть вы у двух подорожуете и роботы такие сюжет? Да, да, да. Мы путешествуем, мы стараемся, стараемся людям рассказывать, потому что у нас многие очень боятся путешествовать самостоятельно без виз. Открыли, люди боятся просто ехать. Вот у нас недавно была поездка, причем это был подарок мой и наших коллег вот по театру Тане на день рождения. Вот я втихаря от нее сложила денежки вот коллектива добавила так. свои денежки и забронировала ей путешествие на 4 дня не сказав ей при этом никуда она едет ни что она едет за две недели я предупредила я говорю ты едешь на свой день рождения вот а. ну да она... это, это крутые сюрприз да куда? в Берлин в Берлин мы попали, вот я очень рада, потому что я никогда не была, я приезжала обычно на Новый год, но еще стараюсь, в течение года ездить так, чтобы праздники попали, потому что важно, чтобы выходные все-таки захватить, пускай это будет дороже. Но, э, вот. И мы приехали, вот на нашем примере можно посмотреть, как можно без подготовки, то есть это была абсолютная импровизация, я с ней не могла посоветоваться, что мы хотим посмотреть и куда пойти. Он же в нас есть без языка. года подивиться, показать нашим глядачам да, про ярмарки в Берлине. Давайте сейчас это и сделаем. Дуже видно, такий позитивний настрій. Тих, хто знімав і монтував. Не можемо не відмітити роботу режисерську. Дякую, взагалі. відчувається реально енергетика. І цікаво дізнатися. Стосовно того, сколько ж стоят такие поездки, насколько мы знаем, вам удается дуже экономично э, себе планировать поездки. Как вы это делаете? Я сейчас быстренько расскажу вот, пару лайфхаков, которые мало кто знает. Вот у нас компания Ryanair начала летать из Борисполя. Не все знают, что там бывают акции, что там бывают билеты. Вот мы видели по 12 евро в Польшу. И когда там проходят акции, и когда лучше покупать билет. Не надо покупать за полгода. Не надо их покупать за год. Нужно их покупать. Ценообразование, конечно, авиакомпания держит в тайне, это все понимают. Но об этом написаны диссертации о ценообразовании авиакомпании Ryanair. И в этих диссертациях люди пришли к выводу, что когда до поездки остается от 90 до 70 дней, вот тогда можно поймать дешевые билеты. Акции у них проходят, когда еще от низких цен еще более падают еще цены, это вторник, среда, четверг после 12 часов дня. Но есть такой нюанс. Сейчас бесплатно только маленький предмет 40 на 20 на 25. Вот это вот с этим нужно внимательно, потому что если это будет больше или будет второй предмет, то 25 евро в аэропорту, но есть лайфхаки, маленькие секреты хитрости, когда у вас сумочка для документа, которую, если вы в верхней одежде, можно спрятать под шубу сзади. То есть еще такое. Ага, наверное, так. Да, Да ось ну, такі у вас лайфхаки. А стосовно проживання. Як ну, Окей, розібралися більш-менш з квитками, там можна зловити якісь розпродажі, можливо, там передріздвяні перед святкові розпродажі. А ось житлом ну дуже часто воно дороге, особливо штам, готелів, таке все інше, і не хоче наприклад жити в хостелі. Що робити? Я ніколи не жила в хостелі. Верніше, як? в хостелах теж є різні кімнати. Є кімнати на два чоловіка зі своїм санузлом. Очень комфортні. У нас в хостелі був двох номер. двухуровневая квартира. Это был хостел. Это назывался бюджет-хостел. По поводу того, как я это все нахожу, есть такой сайт Hotel Combinate. И он сравнивает цены на разных сайтах. 75 сайтов он сравнивает. И я вижу, где дешевле. Он видит все скидки. Кроме того, есть такой волшебный сайт Hotels. Там каждая 11 ночь, которую вот в вот 10 ночей в любом городе мира забронировали в течение года, 11 ночь бесплатно. Вот так я жила uh -huh. в отеле в Порту за евро 72 в отеле 4 звезды. Ну, вот, вот так вот, за евро 72. Вот, вот таким вот образом удается экономить. И я с полной ответственностью заявляю, что вот в любом городе, исключая, конечно, Скандинавию, это Осло, Копенгаген, Стокгольм можно найти. 40 евро. Вот 40 евро в сутки на двоих можно найти отель без завтрака. То есть... Це неймовірно, просто да, це не рядом. Реально... Круто. Я вже думаю, треба підписатися, тому що такі лайфхаки дійсно да. ніде більше, <світ> <ніде> більше, <світ> ніде більше. не дуже зрештою стосовно вашого ще каналу. От хто ваша аудиторія? Знаєте, зараз останнім часом складається така таке уявлення, що блоги в основному ведуть там не знаю від 15 років діти, і там можливо до 30 років. Знаєте, і в основному це там блоги про. Там б'юті, якісь просто звичайні буденні штуки, як вони там живуть і це все показують. А ви людина, яка вже реалізувалася, і вирішила зробити свій блог, що не часто буває в ну, просторах Ютуба. От розкажіть, як у вас взагалі з'явилася ідея про YouTube? Ви знаєте, вона вообще случайно, я вела майстер-класи по путешествиям, ко мене підійшла одна дівчинка і сказала: я вам кое-что напишу в Фейсбуці в месенджері. І потім вона мені написала, типа, вам можна зробити блог, вам нужно зробити канал. Я думаю, блин, я не знаю, я не умею, как это все делать, я ничего не понимаю в этой технике. Как это? Ну, я пошла с ней навстречу, думаю, ну, она так чего-то хочет мне помочь, ну, ладно, ну, мне жалко. Летом у меня есть время, пойду. Вот я сходила, и потом, ну, вот Таня Комарова, у которой была камера, она э, дайв-мастер, то есть она снимала под водой, к тому времени уже тогда монтировала подводные mm -hmm. свои видео, вот, у нее была камера, и я говорю, я ехала в Венецию, я говорю, Таня, дай камеру, думаю, ну, вдруг не даст, <свят> она говорит, бери, и потом я говорю, давай попробуем вот монтировать, ты умеешь монтировать, она говорит, ну, давай, выйдет, выйдет, не выйдет, не выйдет, аудитория у нас разная, вы знаете, раньше была более возрастная аудитория, то есть 35+, сейчас подтягивается молодежь, вот я читаю, там, мне 17 лет, я год, Смотрю ваше видео, ни разу не пожалел. Такое тоже бывает. И есть такое, типа, вот мой сын только что подписался. Следующий комментарий yeah, читаю. Круто. Я тот самый сын, который подписался. Ну вот, вот такое вот тоже есть. И есть, конечно, и то, с чем сталкиваешься, когда ролик вдруг становится популярным. Это меня просто сейчас оно немножечко так раздирает внутри. Когда он у тебя вдруг... Мы сняли, мы еще любим круизы. Круизы, оказывается, тоже не такая дорогая штука, как принято думать. Мы с Таней ездили в круиз премиум-класса. Селебрити... Неделя, когда шикарная еда, шикарный сервис, развлечения, бродвейские шоу, и это 500 долларов человека. А круиз через что? Мы покупали самостоятельно круиз-директ. Есть такой замечательный сайт Круиз Директ, он называется. Если самостоятельно бронируешь, надо. Так, пописаться. а я вам сказать по локации, это был круиз. по греческим островам. По греческим островам. О, да, мы летели в Афины и потом. А Это а была сутриня. акция, цена? что просто так удалось найти? У них периодически они проводят акции, не, не на то направление, так то. У них бывает вот и у нас я к чему рассказываю, потому что у нас вышел ролик типа как же за кулисами круизного корабля, вот что там происходит. Рассказали, конечно, я понимаю, что кого-то может быть шокировать, кто-то, может быть, это знал, про то, что есть морг на корабле, что есть тюрьма на корабле. Ого. Да. Ну, вот какие-то такие вещи, сколько платят персоналу, чаевые, не чаевые. Есть такая штука. И вот а, мы, да? конечно, начитались о себе, э, вот когда ролик набирает 100 тысяч просмотров за короткое время, 26-го вот мы его выложили. Неїбря, то есть так. Три недели назад, стрільні набрав більше ста просмотров. И, І, звісно, вот маса хейта правда, когда заходять молодые. Абсолютно, ну, есть... я являю, ну, до цього треба бути готовим. Mm -hmm. uh, ну, нашим глядачам я скажу, що підписуйтесь на канал Наталі, Наталя Дуброва. Пітешество прям... з Наталії Добрової. Uh, шукайте, підписуйтеся. Uh, пані Наталі, буквально у нас 30 секунд, побажання нашим глядачам з прийдешніми святами, Різдво, Новий рік. Вам слово. И вы и вас особо Проподаю. Я желаю всем, конечно, больше путешествий. Я желаю позитива. Я желаю новогоднего настроения. Я желаю жажды жизни, любопытства, которое, ну вот не важно, сколько тебе лет, важно, как ты настроен к жизни, насколько ты любопытен к людям, к стране. И пытайтесь узнать мир, который вас окружает. Даже если у вас нет времени, нет возможностей, нет денег путешествовать, ну как бы находите вокруг себя какие-то интересности, то, что вас будет вдохновлять и радовать. Вот я желаю это всем в Новом году.